Друзья, добрый день. Меня зовут Лосинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас нахожусь в Греции, поселок Кавала. Мы будем инспектировать с вами отель «Империя». Он находится в самом поселке Кавала. Смотрите, видите, тут движение. Все кафе, рестораны, сразу же все здесь. Стоимость данного отеля 1200 на завтраках и 1500 на двухразовом питании. И там у нас вся пешеходная дорога, где там очень много ресторанов и баров. Там есть таверны, где продают морепродукты. Прямо в центре есть и станция автобуса. Там есть автобус. Главный ресторан. Сюда на ресторан. Калисфера. Мальчик, вот это мы совсем кричали. Знаю, я вот сижу в Иракле. Я останусь здесь. Бля, теоретически видите море буквально в 100 метрах от... Знаете, я могу сказать, в июне здесь огромное количество... 105 номер стандарт после реновации. Он говорит, что мы открываем эту дверь и становимся... Покрытие становится... здесь да. Ламинат. Санузел. Душ. Раковина. Две кровати, мебель они здесь обновили, плазменный телевизор, кондиционер центральный, сейф бесплатно, Wi-Fi бесплатно, кондиционер бесплатно. Так, вот он сейф небольшой. Здесь есть connection room, два номера можно видеть, там такой же стандартный тип номера. Так, балкон у нас с видом на дорогу и на море. Небольшой, средненький. На пляж здесь можно доехать, вот здесь вот автобусная остановка, €20, и в ту сторону вы можете доехать до хорошего пляжа. Или здесь пешком, ну здесь, наверное, такой не очень пляж. Здесь находятся все рядом кафе, рестораны. Еще раз. 505 Суперио. Покрытие здесь опять ламинат, душевая кабина. Смотрите, какая раковина интересная. Здесь все новенькое в санузле. Две кровати можно раздвигать. Кондиционер центральный, сейф, плазменный телевизор. Балкон опять с видом на дорогу и на море. Вот, смотрите, пожалуйста. Этот отель больше для молодежи подходит, для людей активных, которые хотят быть в центре событий, находиться в городе. Визитка менеджера отеля. Видите, у отеля есть номера с балконом, который выходит на соседний отель. И с другой стороны, судя по всему, то же самое, так что имейте в виду. Здесь рядышком Макдональдс. От отеля. Греческий. Любителям фастфуда. Видите, все рядом. Можно выйти, покушать. Здравствуйте. Вот она остановка, на которой можно добраться до пляжа. Садитесь на нее, платите €20 и едете до пляжа. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений.